Здравствуйте, друзья! С вами Александр Пчела. И сегодня я хочу презентовать свой очередной курс «Как реализовать продукцию пчеловодства и не стоять на базаре». Когда человек заводит пчел, перед ним встают две проблемы. Первая – это как получить продукцию, и вторая – как ее реализовать. Без опыта, без знаний решить эти две проблемы очень сложно. И для того, чтобы помочь в решении второй проблемы, о первой мы поговорим позже, я хочу вам предложить свой курс, который опробован на протяжении более 50 лет и показал хорошие результаты. Хочу предупредить сразу. По этому курсу реализовать плохую продукцию вы сможете только один раз. На второй раз у вас ее больше никто не купит.